Такие стихийные бедствия, как землетрясение, наводнение или ураган, могут повредить систему подачи пропана. Утечка пропана может стать причиной пожара или взрыва. Так как пропан тяжелее воздуха, он оседает на поверхностях, что может быть опасно для здоровья и безопасности. Важно знать, где находится клапан перекрытия пропана. Объясните всем проживающим в доме, когда и как правильно его перекрыть. Когда его необходимо перекрыть? Есть два признака того, что надо перекрыть пропан – запах и звук. Первое – запах. Пропан имеет характерный запах тухлых яиц с небольшой примесью чеснока. Второе – звук. Пропан в системе подачи находится под большим давлением. При разрыве или трещине линии может быть слышно шипение. В частных домах существует два типа пропановых баллонов. Один из них обычно размещается во дворе на некотором расстоянии от дома. Баллоны второго типа имеют меньший размер и размещаются прямо за домом. Перекрыть подачу из баллона первого типа можно так. Найдите защитную крышку, откройте ее. Найдите клапан перекрытия. Чтобы перекрыть пропан, закрутите вентиль до упора по часовой стрелке. Перекрыть подачу на баллонах второго типа, расположенных рядом с домом, можно аналогичным способом. Найдите защитную крышку, откройте ее. Найдите клапан перекрытия. Закрутите вентиль до упора по часовой стрелке.